Короче, ребятки, всем привет. Вы в барбершопе мистер Апл. Первый, я вас сюда звоню. Зову постричься, отличное место. Я, видите, сам нету времени заскочить, правда. Захожу сюда после работы уже, для того, чтобы записать личненько для вас видос о том, сколько потратил бабок на Зину. Потому что все такие: дорого, дешево, дорого. Что это, откуда, вообще непонятно. Так что, кстати, в барбершопе можете, если хотите, взять такие стикеры с наших бывших проектов. Это Мустанг, 104-й мы разыгрывали стикеры. Потом есть у вас Орликина, тоже мы разыгрывали. Так что, если есть желание, подкатывайте. Все, давай, Глеб, становись туда, включай бук, сейчас будем считать кэш. Итак, дамы и господа, скажу честно, Зин, это был настолько сложный проект, что я вначале писал затраты, а потом такой: да ну в баню. Я понял, что я не войду просто в бюджет, и просто перестал себя расстраивать. Но в связи с тем, что такой ажиотаж напротив цены Зины, мы заходим в табличку и начинаем восстанавливать события, начало, где тут начало всей движухи. Итак, в самом начале, то, что мы потратили на Mercedes, это у нас было... Что у нас было? Секунду. Покупка тачки. Мы отдали 2500. 2500 за тачку мы отдали. Затем мы выписали счет справку за машину. 12 баксов. Затем мы купили расширение. Вот это китайское расширение, которое... Китайское, российское расширение, которое стоит. Оно нам обошло, сейчас скажу там. Надо посмотреть через конвертер роль, потому что я в России платил. $240 с доставкой и транспортами сюда обошлось. Итак, расширение. 240 баксов. Дальше. Мы купили краску на Зину. Мы купили вообще краску на две тачки сразу. Это было 600 рублей. То есть на пикап и на это. То есть делим пополам. Делить на 2,6. $115. Краска. 115 баксов. Дальше. Шпаклевки, там наждачки, всякое такое еще. Ерунда. Еще сотка набежала. Дальше у нас было... Работа непосредственно, сейчас, секунду, непосредственно работа по сварочной, только сварка. Плюс в эту работу входит там подкинуть подвеску, снять подвеску, плюс демонтаж бака, кардана, то есть такие сопутствующие работы. Работа $1200 обошлась. Плюс материалы, пороги, металл, грунтовки, кружки, всякое вот это вот билиберда еще $480. Так, расходы. Дальше. У нас кайловеры в круг стоят. Разумеется, колы, ну вы видели, я оставил со своего пикапа. Посчитаем их за полстоимости, то есть колы вообще стоят обычно $280, то есть возьмем половину. Кайловеры $140 баксов. Дальше рычаги со смещением, с новыми шаровыми от господина Боброва $220. Реставрация дисков $240, там стоят новые диски полностью. Дальше вот мы резину покупали два раза. Один раз 200, второй раз 150, где-то $130, короче. Затем у нас было, мы отреставрировали весь задний подрамник, полностью пескоструй был. Пескоструй, так, подрамник. Пескоструй, подрамник пескоструй. По-моему, отдавали что-то около... $180. Нет, 160, да, 160 баксов отдавали, да. Потом мы на полиуретан все это засунули. Так, полиуретан задний. Я отдал 680 рублей. А, там была одна запчасть от моего пикапа. Сейчас скажу, сейчас заметки повторю. 570 за это. 170 делить на 2,6. 220 баксов. 220 задний. 20. Ручник. Гидро. $140. Там стоит жирный. На подшипнике. $140 баксов. Дальше. Цилиндрик Вилвуд. Для гидроручника. Цилиндрик. Соточка. Дальше. Сейчас еще там были у меня в заметке. Сейчас посмотрю, какие работы. We'll be right back.
смотрите, вот Женя Бобров, вот мы с ним писались, и стоит, это цены просто, ну вот, как бы, еще недорогие. Мы ему пригнали Бэху, чтобы он там вкинул ручник гидро и по мелочевке. Монтаж топливных трубок $30, монтаж тормозных трубок $30, установка кардана $15, монтаж топливного бака $25, замена сальника штока выбора передач $10, крепеж фиксации топливного фильтра $10, установка ручника $70. Он просил вообще мне никому не говорить, он, видели, аккуратненько врезал в панель это все, вообще это типа дороже стоит площадку сварить и все это сделать. Восстановление кулисы, переделка и короткоходку, да, мы, кстати, там короткоходная кулиса стоит, ну, снятие установки $45, плюс запчастей здесь еще на $120, то есть 60 плюс 235 уже набегает, еще плюс кэш. Так что, господа, вот оно кажется по мелочи, но все это бежит. $295 я у господина Боброва ставил, Бобров. $295. Так, вы, покраска сколько стоит, спрашивали. Просто сама работа. Покраска плюс установка расширений. Расширение. У нас стоило $580. Еще кошечку немножко подбежало. Ё-моё, уже больше 7 набежало. Уже больше 7. Что мы еще не вспомнили? А, реставрация суппортов. $60. Плюс суппорта еще одни мы покупали, бушные, но в идеальном состоянии, еще $50. Плюс тормозные диски, колодки, вот это вот все на круг, еще $250. Дальше, что у нас еще? Так, перешивка салона. Это делали наши партнеры, бонусом я за это не платил. Дверные карты тоже бонусом я за это не платил. Плюс у нас еще было коврики, это тоже было бонусом, как бы это не платил я. А, руль мы купили туда. Руль с проставкой $50 плюс проставка 20-ка. $70 руль. $70 руль. Плюс у нас что еще было? Масла, фильтра, свечи. $500 мы отдавал. Плюс подкладка, прокладка клапана крышки. Это еще $192. Плюс мы переваривали выхлопную систему, потому что там оказалось токовое на 20-й трубе, для 3 литров-то совсем мало, то есть увеличивали. Ребята там по сварке еще $80 работа. Так, что еще? А, топливо, я же помечался, сколько транспортные расходы к этой машине мне еще пошло. $115, короче, еще топливо, раз транспортное. Плюс шиномонтажи все, ну, не знаю, там $20, допустим, накинем просто. Плюс мойка, даже перед съемкой, еще $20. Плюс $20 мойка. Мойка $20? Да. А сколько на Blackstar, думал, мойка стоит? Ну. Потом у нас еще было развал схождения. Там, по-моему, тоже $15. Если я посчитал, там выше уже. Что еще, Глеб, вспоминай? Задняя подвеска, ручники, тросы, все это. Моральная компенсация. Моральная это вообще бесполезно считать. Да хватит. Ну вообще хватит уже, знаете, сколько уже набежалось? Мне ж настроение испортилось, если честно. Слушайте, а я боялся проект, ну вообще у меня был бюджет, был на эту тачку 5600 был. Реально, 5600. Скажу такой момент, что я боялся проекта, типа какой-нибудь Cayenne взять, там, знаете, разыграть, там, пленочку какую-нибудь затем, типа, надо косарей 10. Уже бояться, как бы, не стоит, уже 8 тысяч, как бы, нормально прокатывает. Сейчас, секунду, я подумаю, что еще мы делали. Снятие и установка стекла перед покраской, $10. А, кстати, переварка аккумулятора, вот в те работы еще входило то, что я говорил, то есть его в центр поставили, там, ну, все. Это метод колебания курса доллара. На этом видос заканчивается. Ну, короче, все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчик, там все делишки, и я пошел.